Обновить дороги и повысить безопасность в Алтайском крае продолжают реализовывать нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря проекту на территории края уже в этом году обновят 109 объектов, общая протяженность которых более 300 километров. Ремонт начали с наиболее крупных объектов – Змеиногорский тракт, а также краевая сеть Крутиха, Панкрушиха, Хабары и Славгород. Если там две машины в день проезжает, естественно, может быть, пока и пусть обождет эта дорога немножко. Может быть, и так. А там, где 60-80 тысяч, вот ее и надо в первую очередь делать. Она в первую очередь и изнашивается. Кроме того, в нормативное состояние приведут и автомобильные дороги в крупных городах региона. На это выделено более 1 000 000 000 рублей. Но и те дороги, которые по критериям в проект не попали, без внимания не оставят. Есть, конечно, часть... недостаточное количество финансирования в этих районах. Но тем не менее, сегодня говорить о том, что не финансируется в других населенных пунктах или в малых городах, такого сказать нельзя. Мы в каждом районе присутствуем. Общий бюджет нацпроекта составил почти 5 миллиардов рублей. Отремонтировать запланированные объекты и обеспечить на них безопасность планируют к концу 2024 года. София Яценко, Данил Захаров. День с толком.